Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. Вы ждали, вы просили, ребятки, да, эту рубрику с Чанком я ее возвращаю, ну, по крайней мере, попытаюсь это сделать сегодня. У нас первая серия спустя, последняя серия была записана летом 2020 года, ребятки, да, настолько давно уже не снимал видео про Чанки, вот, как всегда, я на Чанке, на своем любимом Чанке. Кстати, кто не смотрел эту рубрику, обязательно посмотрите, у меня есть целый плейлист на канале про эту рубрику, и реально она очень крутая и интересная. Мы на каком только Чанке не выживали, ребятки. На алмазном, на Чанке Бога, на Чанке Нуба. Я даже там на Чанке Нуба против Про выживал. Короче, было все. Просто уже все. И я сегодня хочу просто выжить на классическом Чанке, чтобы вспомнить, каково это. Суть Чанка очень, ребятки, проста. Мы должны развиться, добыть алмазы и сделать алмазную кирку. Нам нужно, то есть, спуститься в самый низ. Там будет такая шахта. Ну, вы все знаете, ребятки, кто смотрели ролики про Чанки. А для тех, кто новый подписчик, объясню. Все-таки у меня за полгода довольно таки много людей на меня подписалось. Так вот, Чанк — это 16 на 16 блоков. То есть, вот такая вот конструкция. Кстати, что у нас в бонусном сундуке? Ну, этого Чанка. Ну, в принципе, все обычно, как бы, да. Саженцы. Вот у нас тут есть костная мука, палки, мотыга. В принципе, 1, 4, 2, 5. Слушайте, а вот это вот необычно. Впервые вижу такую бумажку. Ну, ладно. Может быть, уже, ребятки, забыл. Все, надо все вспоминать потихонечку. Обязательно соберем еду, потому что она нам пригодится. Как-никак, я фермер в Майнкрафте. Фермеры на Чанке, ребятки, да. Блин, на самом деле, Чанк — это была моя крутая рубрика. Не знаю, почему я забросил, потому что, ну, как говорится, идеи кончились на Чанк. То есть я выживал уже на алмазном Чанке, на невидимом Чанке, да на каком только Чанке я не выживал. И поэтому все, ребятки, вот таким вот образом решил забросить. Но я, по крайней мере, надеюсь, что моим новым подписчикам, то есть как бы подписался на меня много за это время, понравится эта рубрика. Еще раз напоминаю, сегодняшняя цель — спуститься в самую нижнюю шахту, и алмазы спавнится тут только снизу. Только снизу их добыть, ребятки, и сделать себе непосредственно уже кирку. Так, палки не, ничуть палки не сделал. Я хочу сделать себе, ребятки, кирку. Для начала, как обычную классическую деревянную кирку. И давайте копнем куда-нибудь поглубже. Вот тут вот, в принципе, далеко от верстака ходить не будем. Копнем тут и добудем уже поскорее булыжник. Потому что все вы знаете, те, кто смотрит мои ролики про Чанка, еще раз говорю, обязательно посмотрите, ребятки, плейлист после того, как я закончу это видео. Так вот, после того, как я делаю деревянную кирку, я сразу же делаю каменную, потому что, ну, его нафиг. Я сейчас сюда буду на печку себе авансом. Мне нужно 11 булыжника. Я уже выучил эту закономерность, ребятки. Да, настолько я уже профессионал в этом Чанке. Поэтому давайте побольше накопаем. Вот так вот спиралькой будем копать потихонечку. И 11 штук ровно. И, кстати, я к углю прокопался. Это вообще отлично. Потому что дальше у нас железная кирка. Без железной кирки мы с вами не сделаем, что правильно, алмазную кирку. Так, давайте поставим вот ее вот сюда, вот в этот маленький мой домик. Отлично. И, в принципе, все. Я могу отправить за углем, только вот забыл сделать себе самое важное. То, ради чего я спускался в шахту, а именно каменную кирку. Все, погнали за углем. Я надеюсь, что я и добуду железо. Хотя, ребятки, так как я уже бывалый профессионал на Чанке, очень много выживал тут, я знаю, что на самом деле железо тут не спавнится. Ну, вот в этом месте точно. Оно обычно у нас по стенке, только вот я не помню, ребятки, по какой. Так, у нас по какой-то из стенок железо точно есть. Погодите, погодите, я не мог облажаться. Я точно знаю, что где-то да у нас есть железо. Нет, тут у нас просто уголь. Так, 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 так. А вот тут вот. О, вот тут вот. Вот тут вот. Чё? Чё это такое? Погодите, чё это такое? Что? Минуточку. О, алмазы там я вижу. И а где железо? Стоп, а железо-то я что-то не нашел. Так, погодите. Меня нет и не... Что? Ребят, там кровать. Чего? Подождите, мне это не особо нравится. Подождите, тут что, кто-то играет, что ли? Так, минуточку. Я хочу кое-что сделать, ребятки, на всякий случай. Кое-что хочу сделать. Погодите, я эту карту... Я, ребят, я вам клянусь, я эту карту только что с интернета скачал. С сайта, ну, не с того сайта, который я обычно скачиваю, карты Чанка, но с другого. Блин, что за фигня, я не понял. Подождите-ка, давайте-ка спустимся пониже. Стекло, реально, смотрите. И дверь тут какая-то. Давайте-ка пройдем и... Ребят, тут чей-то дом, что ли, типа... Эй, тут кто-нибудь есть? Ребят, а если тут кто-то есть? Погодите, тут сундук какой-то и тут... Офигеть, ребят, посмотрите! Сколько роликов про Чанк я уже записал, ребятки, на своем канале. Сами убедитесь, посмотрите. Такого я встречаю впервые. Тут кто-то выживает. Чё за бред? Я чё, картой, что ли, ошибся? Я прикол, чё-то не понял. Погодите. Это чё за анекдот такой?
печке пусто, в верстаке тоже пусто, а вот в сундуке нифига не пусто. Тут реально кто-то выживает, причем выживает плотненько. Кто-то добрался до самого низа, судя по алмазам, потому что алмазы спавнятся, сейчас я вам, блин, даже покажу, для тех, кто не знает. Вон, вон там вон шахта есть, вон там вон алмазы есть в большом количестве. Что-то прикол, не понял, а тут что такое? Смотрите-ка. Вау, ребят, слушай, да тут кто-то нормально так выживает. Почему я удивляюсь такому количеству ресурсов? Потому что, ребята, это чанг, тут ресурсы ограничены. Ладно, это бред какой-то. Впервые такой, может, реально тут кто-то выживает. Погоди, тут дверь какая-то. Она код требует. Что? Какой-то абсурд, ребят, происходит. Хотя, стоп, погодите-ка. Подождите-ка, минуточку. 1-4-2-5. Неужто? Да ладно, погодите. 1-4-2-5, окей. Да ладно, ребят, погодите, что, квест какой-то, что ли? Это прикол, что ли, надо мной какой-то? Погодите, я хочу сюда пройти. Тихо. Тут никого. Сундук какой-то. Алмазная кирка, серьезно, ребят? Вот я и челлендж на видео выполнил, только вот... Почему она тут лежит, ребятки? Я прикол не понял. Подождите, тут еще книга какая-то. О, тут что-то написано. Подождите, давайте-ка это все прочитаем. Итак, поехали. Если ты читаешь это, то ты просто скачал эту карту в интернете. Я вынужден был ее загрузить. После того, как я посмотрел видео компота... Ребят, это про меня! Это про меня! Это про меня написана книга, погодите. Неужто эта карта моего подписчика? Неужто мой подписчик играет? После того, как я посмотрел видео компота, я решил тоже поиграть на этой карте и выжить на чанке. А, позвал своего друга, скачал не с того сайта. Надо же, прям как я. Первые дни выживания было все нормально. Но затем начала происходить какая-то аномалия. Каждый день блоки восстанавливались. Чего? Карта обновлялась, будто мы тут вовсе не играли. Все блоки становились назад на свои места. Мы их ломали и ломали. А каждый день карта будто регенерировалась. Что, ребята? Как это могло происходить вообще? Подождите. И однажды голос снизу позвал нас спуститься. Я струсил, мой друг осмелился. Сказал, что вернется, как проверит, кто там. Он не возвращается уже 5-й день. В реальной жизни тоже не появляется. Я больше не буду тут выживать. Я выложу эту карту в интернет и забуду о ней навсегда. Это... Я, ребят, даже не знаю, что и сказать. Это одновременно шутка, что ли, какая-то? Мне кажется, ребят, что это реально какая-то шутка надо мной. Ну, во-первых, тут написано про компота. Ну, блин, какой шанс того, что этот человек... Хотя, блин, я много видео по чанку записал, ребятки. Мои видео по чанку есть даже, которые почти 10 миллионов просмотров собрали. Ну, не знаю, что-то мне слабо верится в то, что тут написано, ребятки. Серьезно, похоже больше на... Какой-то троллинг. Что? Ребят, я тут копал шахту, она пропала, и дерево я добыл в начале видео, помните, оно заново выросло, ребятки, и не могла пшеница, я как фермер знаю, не могла пшеница и картошка вырасти за считанные секунды, пока я там снизу читал эту книгу. Что за бред, ребята, что за бред, неужто этот чанг реально аномальный, что происходит? Сколько я снимал эти чанки, ребят, я ни разу такое не встречал, им серьезно говорю. Даже мое самое популярное видео про чанки, которое почти 10 лямов собрало, там и то такого не было. Ладно, тихо, Рома Компот, тихо, это всего лишь это бред, над тобой кто-то в данный момент шутит. Я уверен, если я просто спущусь вниз, добуду алмазы, то все, я выполню челлендж, прохождение карты закончится и все будет нормально. Это просто шутка, ребятки, это какая-то просто плохая шутка, кто-то пытается меня напугать. Пугать, но у него вообще не получится, ребятки. Так, все, это не смешно. Я спускаюсь в самый низ. Я, ребятки, вынужден это сделать. Я спускаюсь в самый низ. Вы чего? Вы, ребят, шутите? Вы говорите, что не надо этого делать? Ну, блин, ребят, я сколько раз я эти чанки снимал? Ничего никогда подобного не было. Все всегда было нормально. Все всегда было хорошо, ребятки. Все всегда было отлично. Я 1000 раз не спускался. Я вам честно говорю, никогда такого не было. Так, ё-моё, железные кирки у меня нет, чтобы добыть эти алмазы. Ладно, я просто должен, ребятки, спуститься вниз, чтобы убедиться, что все хорошо. И это реально просто как какая-то шутка, какой-то троллинг, либо просто баг. Я не ту карту скачал. Но, блин, если я не ту карту скачал, я-то хотел ванильный чанг записать, чтобы, ребятки, вы вспомнили, что это такое. Придется, наверное, перезаписывать. Ладно, окей, хорошо. Сейчас сначала спустимся вниз, а потом уже будем судить, ребят. Ох, не нравится мне это пятнышко. Ох, вообще не нравится мне это пятнышко, которое тут у нас.
нас на стене. Ладно, окей, хорошо, давайте все же дальше аккуратно спускаться. У меня это пока что лучше всего получается. Так, ребятки, я вижу уже шахту. Я вижу шахту. Она уже очень близко, ребятки. Да, кто не знает, это в Чанке такая шахта. Она находится там внизу, и там всегда самые ценные ресурсы. Но я сюда спускаюсь не за ценными ресурсами, а чтобы проверить, все ли там хорошо. Давайте как можно аккуратно, вот так вот тихо, вот тут вот простроимся, отлично. А? Что? Что произошло? Я прикола не понял. Ребят, а чё все потемнело? Чё все потемнело? Господи, это спаунер. Он меня напугал, ребят, я не понимаю. А почему? О! На меня слепота подействовала. Ребят, это что такое? Посмотрите на это. Тут скелет. Такого никогда не было в ваниле. Ребят, это настолько сильно пугает. Не-не, мне кажется, это лучше нафиг застроить, а? Ребят, я чувствую, кто-то прямо сейчас стоит за моей спиной. И... Привет, давай дружить! Ну его нафиг.